Еще до начала празднования Дня флага набережная Сухума заполнилась жителями и гостями страны. Даже иностранным туристам было понятно, какой праздник отмечает Абхазия. Набережная буквально окрасилась в цвета государственного флага нашей страны. Основные мероприятия начались в 7 вечера на площади имени Сергея Багапш. Государственный флаг Абхазии вынесли 3 всадников в национальных одеждах. Наездники передали флаг начальнику роты почетного караула, который в свою очередь вручил символ государства Раулю Хаджимба. Глава государства установил его на специальном основании для флагштока. Поздравляя народ Абхазии с Днем флага, президент отметил, что процесс принятия государственного флага и герба Абхазии был нелегок. И Марьямость! Авенкар Абираты, Агербы, Рыдкалара, а процесс. Уячагылан хтылы, хажлары, ртуурх, ацава ахизшваз, акрту милат, шовинист, эйчкарапа, карты а митрополе, ацава рынокзаре, языхьяз, атыпанпи а политик цуге. Аха уртква зеге рычагылара, рулши, хмилат хакуитрат пара а ветеранша, Хабхегулайду Владислав Ардзендба Напхгара Зиуас а парламент а депутатша. Урт ядрпшиз а угарей, ачхарей, а политика хшивицаррей и рыбзаурана и хауи хажлар зигирзин и гузархаган ихалас алшеду. Закван чидала еще кургылахейт хинкарат бирапли хгерби хгимни. После выступления президента включился телемост с Турцией, Иорданией и Карачаево-Черкесией, где абхазо-абазинская диаспора также праздновала День государственного флага Абхазии. В своей поздравительной речи председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков отметил, что 23 июля 1992 года – одна из важнейших дат в истории Абхазии. После завершения телемоста с представителями абхазо-абазинской диаспоры начался праздничный концерт. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Сасрапа Гухава, Абаза ТВ.